сожалению, мы не можем никак открыться там, не можем найти нормальных людей адекватных. Был, сейчас тоже я веду переговоры, но тоже опять исчез. Юра тоже мой тезка, но пока не могу понять его решение. Там и 2, и 3 игрока будет, это будет нормально, но пока там нет никого сильного. Я тебя понял. Ну. Поэтому меня интересует этот вопрос. Дело в том, что я, насколько знаю, законодательство Америки запрещает вам брать со стороны людей до тех пор, пока вы, допустим, на бирже труда не боитесь людей, ибо не найдете среди своих. Да это ты все у тебя спуталось в кашу. Не так. Это по некоторым типам виз такое. То же самое, по идее, это одинаково, как и в Европе. Сначала требуют своих. Не всегда так. Не всегда. Не по всем типам виз это действует. Не по всем. Поэтому это действует по некоторым типам виз, но не по всем. По J1 это не действует правило. По H2B не действует. Давай еще вопросы какие-то. Мне нужно, чтобы ты на электронку скинул мне назвать все трудовые визы, которые есть. Как они, к чему они привязаны, какие. Это все есть на сайте. Зайди на наш сайт, и там все есть. Весь список виз есть на сайте у нас. Зайди. По-моему, называется виза инфо. Вот в разделе «Виза и иммиграция» посмотри, там много разных подсайтов. Вот на одном из подсайтов есть все типы виз. Значит, не дошел еще. Да, не дошел. Все абсолютно, и все описания. Внимательно полази. И на всех их можно нам открыть. Да, можно, да. Юра, мне тогда еще нужно, чтобы вы нам сделали, если мы будем работать, а мы хотим работать, чтобы вы нам сделали зеркальную, ваш сайт зеркальный. Ну, если вы будете работать, я дам тебе программиста, он вам сделает, нет проблем. Ну, заплатите ему деньги за это. Белорусский на BI. Вам высылаем пароль и доступ, вы его... Да ты можешь сам это сделать, мне не нужен пароль и доступ. Контролируй его сам. Я тебе дам программиста, он тебе все сделает. Заплатишь ему какие-то небольшие деньги и все. Идеально. Угу. Подашь домен BI. Хорошо. И наш номер телефона. Хорошо. И пускай звонят, и мы будем его раскручивать по полной.